38 муниципалитетов Московской области, 129 тонн макулатуры – результат экомарафона. Организаторы подчеркивают, что уже третий год Подмосковье – лидер в этом направлении. Хотя и другие регионы стараются не отставать и уже наступают на пятки. Эта инициатива стала федеральной, в 15 регионах России проходит и будет и расширяться география. В 2019 году Подмосковье полностью перейдет на раздельный сбор мусора. Данный марафон – один из первых шагов в этом направлении. Я надеюсь, что эту бумагу будут использовать уже из вторичной переработки, когда мы так социально ответственно будем подходить, собирать мусор. Сегодня действительно рекордное количество назвал Сергей. И он говорит, я вот в Московской области раз отличилась, но мы знаем, потому что просто лидерство – это реальность, мы по-другому не умеем. Основная задача акции – привлечь внимание людей к ресурсосбережению, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов. Уверен, что все мы вместе создадим новую отрасль совращения отходами, где в центре будет это самое главное экологическое осознание, раздельный сбор и переработка. Лидерство вновь удерживает Балашиха. Почти 24 тонны макулатуры было собрано на территории. Одинцовский район в тройку призеров не попал, но был отмечен специальным призом за участие в марафоне. Сертификат на экобаллы можно обменять на саженцы различных растений. Новые аллеи скоро появятся и в нашем муниципалитете. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».